Даша, привет. И вам привет. Как твои дела? У меня все замечательно. Каждый день стараюсь стать лучше. Молодец. А кто рядом с тобой сидит? Я пока сфокусирована только на вас. Ну а кроме вас определенно рядом сидит мой коллега Алекс. А чем мне может Алекс помочь? Я могу проконсультировать вас по процедуре получения паспорта или другой услуги, мои документы. А что делает Алекс? Я могу записать вас на программу «Московское долголетие», спортивные выходные или проконсультировать по вопросам ЗОЖ. Что вас интересует? Я хочу поговорить с девушкой. Очень приятно, что вы обратили на меня внимание. Давайте поговорим. Я могу...